Так, друзья, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Не знаю, что у вас. Пока без камеры, первые полчаса я подсохну после ванной. У нас первый, последний победный трай. И дела идут неплохо, если бы, конечно, не две фейловые миссии. На одной миссии мы потеряли бойца-разведчика, во второй миссии мы потеряли двух штурмовиков. Это было ужасно. В целом у нас там три региона, трое инжей, один ученый, но сейчас может быть 4-2, очень хорошо. Витамин, привет. Здесь, конечно, нужно прям бежать. Я даже не буду на первых двух останавливаться, если они рядом будут. Надо просто бежать, надеяться, что проскочим. Причем здесь были шансы на засаду стандартные, типа 9%. Так, хорошая новость в том, что пока у нас нет никого на старте. Два человека. Причем здесь один специалист вообще. Но они побегут поверху. Что же делать? Ну, в общем, как и предполагалось, это будет аркада. Потому что Мэг запрыгивает сейчас наверх, флангует, критует, может убивать сразу. Вот видите, раз. Он же здесь. Мажет 80. Протокол помощи помог. Ох, повезло. Там была бы соточка, понимаете? Была бы соточка. Сейчас Мэг добежит, но будет полукавер. Полукавер. Попадает, ранит 50%. Так, дистанционного лечения у меня, к сожалению, нет. Я могу так человека подлечить и, скорее всего, должен. Докуда добегает? До сюда добегает. Ой, сейчас будет жара, друзья. Сзади бежит Мэг. Странники раздаются, могут помочь. Эти уходят. Это хороший момент. Ой, хорошо, что они ушли, ребята. Хорошо, что ушли. Кавир, привет. Мономах, здравствуй. Змеи сейчас нас пулят, хорошо. Убегают, мы сможем дезориентировать их, отлично. И подкрепа идет. Подкрепа уже идет. Так, здесь я пытаюсь убежать полностью. Раз. Здесь, к сожалению, только так, да? Далее закидывать светошум сюда. Подходя, причем ближе. И, возможно, даже засопрессить все это к чертовой бабушке. Дезориентация пошла. Да, странники, а что делать? И сзади они появляются. Хорошо, могут спасти. Отвлекая внимание. Но появляются враги следующие. Подавление. Так, ниндзя пока ничего, из протокола помощи может быть. На будущее сразу дым. А это ошибка, кстати, сейчас странники могут в меня прибежать прям. Эти побежали. Я мажу. Так, двое на змее. И мы спулили. Ниндзя обнаружили. Эту бьют. Меня, надеюсь, не бьют. Подкрепа прилетела. Короче, надо сейчас попытаться убежать. Попытаться убежать. Не знаю, насколько это реалистично. Хорошо, отравление. Потому что на них, на странников отравление не действует. А вот это плохо. Могут забомбить меня. Бомбят странников, кажется. Нет, хорошо. Змеи дезориентированы. Цапнуть не могут. Здесь... Фланга нет, но полукавер опасно. Да, пожалуйста. Мун истекает кровью. Ну, я могу попробовать тиснуть Муна, но, скорее всего, не убегу. Не скорее всего, а точно. Так что оставляем разведчика. У меня еще спец не убегает, скорее всего.
Ну, отвратительная миссия. Я предполагал, что так оно и будет. Время молиться. Надеяться, что странники как-нибудь отвлекут их. Но там только один. Уже стреляет. Бомбит меня с критом причем. Новые странники появляются. Вот они могут отвлечь. Правда, видят только одного слева. Этот бежит на странника. Хорошо. То есть отдали разведчик. Разведчики мне расходники на самом деле. Но Мун был одним из самых опытных из них. Да, уходим. Хотя бы пух спасли. Погнали. Юн Оптимист говорит: вот опять утренний стрим. Здорово, что ни днем, ни ночью не даем покоя Адвенту. Ну кто кому не дает? Четыре раненых товарища. Так, где у нас там камера? Камера готова. Мотор. Всем привет, друзья. Здрасте. Повышенная боеготовность и стекло. Есть! Это, кажется, у нас скрытность будет теперь. Чурит активировал премиум. Да. Все, теперь у нас будет скрытность на миссиях. Ну, на те, где может быть. Ктерита, спасибо тоже за подписку. Друзья, всем добрый день. У нас первый и последний победный трай. Четыре человека уже сдохло в этом трае. Мы в этом месяце неплохо взяли ученого инженера. У нас 4-2. Сделали лазерное оружие, делаем первую броню. Захватили три региона. Пытаемся не умирать. Пытаемся миссии выполнять. Я плохо в этот раз по освобождению иду. Аркадная миссия, Леминг. Так, стоп, а где маскировка? Алло. Ивент же прошел. Ой, кажется, я не двигу, да? Есть маскировка, все, она позже появляется. Да что это за звуки? Алло! Игра, прекращай. Там камера открыта уже. Берзерки уже? Эдсумус подарил один премиум. В камере берсерк. Нет, я не готов. Ладно, выпускаем. Вот кто у нас там. Жесть. Ну, есть шанс спасти трех леммингов. Я побежал. Локич тут. Видалец поддержал ваш канал. Трусипой вообще никак не спасти. Ой, ну вот это что такое вообще? Нет! Мне надо было отойти, потому что он... Я не выйду из камеры, надо было отойти в угол туда. О! Мимо! Просто царапина на 3. А почему я умер, если царапина на 3? Промах 85. Опа! Как так получилось? Ну, я хочу увести их куда-нибудь в другое место. Чтобы этот товарищ, если он придет в себя, то он сможет, пусть раненый, но убежать. Чтобы эти спрыгнули. Хотя здесь, видите, подъем есть. Мутон успевает. Не успевает. И этот теряет полный ход. Мимо. Как трусипой-то живет. Может, и убежит. Сейчас дезориентация уйдет, и все, он побежал. А что с этим-то без сознания? Алло. Не, ну трусипой сейчас догонит, конечно, этот милишник. Если только мутон не преградит путь как-то по-хитрому. Но вроде не преградил. Так что этот забирается, бежит и бьет. Да. Ладно, повторюсь, все равно в плюсовое действие. Может, он с Венеры? Смайлик только такой нашел. Понял. Лестницу можно было блочить. Кстати, да, лестницу можно было блочить. Ну, меня прострелял, конечно, этот товарищ, но так шансов было больше выжить. В плену, кстати, живой. Оп, новобранец. И два человека спасено. Оу.
найден безликий. Предатель. Полетели. Там у нас 14 человек. Надеюсь, будет не больше, чем один предатель. Чтобы убежище максимально хорошо работало. И, скорее всего, на следующий месяц надо будет пытаться какой-то регион спасать. Ну, где-то будем активно сканить. Не хочется в основной возвращаться, потому что там деньги он хорошо приносит. По хитам вообще неопытные. По обилкам ты с овером, ты ни с чем. Ни с чем, ни с чем, ни с чем. А с чего это вот у нас такие люди? А какая ручная работа нужна для прогресса? Не может что-нибудь происходить, просто я прогер. Да, может все автоматически происходить. Просто каждый месяц есть люди, которые каким-то макаром пытаются систему обмануть. Ну, PayPal, возвраты, взлом аккаунтов, передонат, самодонат с разных аккаунтов. Ну, там... Технически можно давно было автоматизировать. А чё не постреляли? Не все постреляли, алло. А, вот почему. Первый пак принимаем просто по-царски. Весь опыт фаночки, потому что, ну, а чё, она советник убежища. Красиво. Опа, увидели кого-то. О, а он нас не увидел. А мы можем убить его сразу? Это интересная механика. А погнали. Ну, до того, как он превратится. Голум, привет. Направьте КСМ-ку обрабатывать все КСВ-шки. Да. Да-да-да. Да-да. Так, а можем ли мы достать гренкой все-таки обычной еще? Вроде так должны. Наверняка же что-то внутри шевельнуло, захотелось зафотонить пару гнубасов. КСМ-очка. КСМ-очка. Что-то зашевелилось, но я не уверен, что это желание поиграть в StarCraft. Ой. Ранение. Царапина. Давайте, ребят, нужно попадать. 40%. Хорошо, сюда мы гренку кидаем. Большого мы должны расстрелять. Частично сейчас, частично потом. Ребят, все это, все овервотчи? А, я же не был готов. Так, ближние кидают гранаты. Одну. Поехали, раз. Кстати, этого я не могу снайпом убить. Только леммингами. Где мы штурмаши? Как... А, нет, все, могу. Могу снайпером. Он просто стоит так за деревом. Я думаю, смогу и не смогу. Он же не выглядывает. Все, 5 хитов, 2 выстрела. То есть, в целом, мы даже можем как-нибудь для лута... Здесь пострелять, да? Ну да, ну да. Ну вы поняли. 82 фиг знает. Этот убьет, скорее всего, данных. То есть надо стараться проверять этого убивать. Сможем, не сможем. Ой, молодец, максималку выкинул, пятерку. Ай, красава. Здесь мы уже пытаемся тогда с фланга. Ай, это какой? Так. А я верю, что он не попадет по мне просто. Сифэм говорит, Миша сегодня гулял с псом и пришлось спасать котенка. Упал, как выяснилось, с 22 этажа, сейчас в клинике, надеюсь, будет жить. Ой, хороший. Зато я спас кота. Я выполнил приказ. Котика я спас. На моем месте каждый тю-тю-тю-тю. Красава. Пес помогал тебе? Ай, молодец. Ну, главное, снял у него Overwatch, и мы сможем абсолютно спокойно ворваться. Вообще чистенько. Трупы получим, опыт получим. 365 было, да? Посмотрим, может, убежище реально будет эффективнее работать.
раз мы вычислили Безликого. Что же сделать? А, давайте третий регион. Начинают поддушивать меня уже этим. Возможно, он работал даже лучше остальных. Да, и все на него так смотрели, типа... Как-то странно, почему он умудряется 250 кг просто поднимать. Что-то подозрительно. Так, давайте, опасная миссия. Без шуток. Раз, два, три, четыре. Четыре контейнера и эвак. Эвак в нужном направлении. Ну, пробуем увидеть первых врагов. Первых врагов я не вижу. Про него впервые сегодня увидел. Да нет, отродье это такой очень давно играет. Он и он Long War первый проходил. Тоже на хороших, на очень хороших галках. А что у нас тут? Рокет убежал, блин. Слышь, змею. Иду вперед, блин. Что мы с ракетчиком будем делать? Добегать, пытаться закидывать гранату. Тут пристрелка уже, рейнджерами не хочет сходить. Но я бы здесь начал с дебютом и с пристрелкой пытаться ракетчика убить. Ромах уже не убьем. Но его надо дезориентировать тогда. И что-то с ближним делать. Его нужно убить до того, как ниндзя пойдет вперед. Давай так, все-таки. Лутецкий. Лазерный прицел. Повышение крита. Не особо люблю его. А, три человека только убиты. Еще две пачки врагов. Где-то там, далеко. Я должен их увидеть. Я сейчас кого-то вижу уже. Ой, сразу два пака. Змея сектоид и... Сейчас будем влево уходить. Главное, чтобы дальний пак не спылился. Змеюку немножко раним, но у него ворот хороший. Хорошо. Теперь мы уходим влево. Тут, во-первых, могут быть фланги. Так, фланг получит. Да ладно, мы его убьем. Мы ее убьем. Ну, 96. Понятненько. Ничего, убьем. Через пристрелочку, через верный выстрел убьем. Ничего, убьем. 99% убьем. Сука. Как это планировать можно вообще? Как это можно планировать, блин, тварь? Как это можно планировать вообще в этой игре что-то? Блин, 99%, а? Добыча уничтожена. Вот из-за этого. Эти бегут. Пак из 4 человек. Ну, это Сакар тоже. И у меня там фланги есть. Сейчас могут расстрелять рейнджера. Не надо. Щит пошел. Жесткая тема. Сектоид. Ну это все надо закидывать, замораживать. Так, хорошо. Отлично, все. 9 человек здесь! И мы врываемся сейчас просто. Кого морозить? Вот этих двоих морозить, да? Пошла заморозка. Так, это опаснее, потому что плюс 3 хита это уже серьезно. Это уже серьезней. Но здесь сектоид дуплет. Обязательно. Все равно мы подставляемся. 8-16. Но он не факт, что он... О, 12 крит всего лишь. Дальше, что мы делаем? Мы пытаемся снять броню, снять стенку... У этих. Броню мы всю ушатаем. Ну, надо щитовика сначала ушатывать, потому что он, видите, дает всем все. Напрашивается, конечно, ниндзя. Причем он бьет и одного выпадом с места. Оп.
И в этого врывается с мастером. Леха, конечно, хороший ниндзя у нас. Ну, немножко, ну там добьем как-нибудь. Царапина, царапина. А мне тут еще перезарядки. Не вижу я, как добивать мне. Тем более, если этот будет здесь. Повезло. Не фланганул мне спеца, по крайней мере, крит будет маловероятен. Но ранение пришло. Крит 1%. Такая же вероятность, как 99, не попал. Так, все, ломаем. Два минорных ранения, хорошо. Четыре хода, успеем уйти. Лететь может. Там блейдмастер у человека. Там шансы вообще. Сейчас посмотрим, какие шансы. Третье ранение. Что за жесть? Что? Ну сейчас дождь сработал, у него 25%. Все, ушли. Давайте посмотрим, что у нас по ранениям. Сахар? Нет. И иногда же не делает сахаром по ошибке, но я прошел это так же, как чай без сахара. Так, ну все, друзья, пауза легкая. Вернемся. У нас развитие продолжается. Сегодня будет, наверное, самый серьезный технологический прорыв, потому что у нас уже два ученых. Прорыв прям будет жесткий. Четыре инженера, будет много денег. Мы будем, короче, скоро вернусь. Через 5 минут, 5, 6, 7. Скоро буду. У всех солдат появляется шанс. Есть, роботизация завершена. Смотрим. О, Михаил Ремизов. Кто это такой? Доступен новый солдат. Реально искру дали. Для него пушка... я забыл. Я вообще не помню. Искра топовая. Это считается как герой. Красава. Что умеет? Искра. Найденный прототип системы Искра, разработанный покойным доктором. Там скриптовая миссия. Нам надо до вторжения десятилетия послужила. Искра представляет собой адаптированную боевую единицу, а способность выполнять как атакующие, так и защитные функции. При проникновении на задание мы можем замаскировать их под мэки Адвента, но даже при этом проникновение потребует больше времени, чем для обычных солдат. Искра не может стать советником в убежище, изучая способности в центре военных технологий. То есть она реально будет идти на какие-то жесткие типа миссии с большим проникновением или без него. Так. Здоровье 12, мобильность 12, метка 65, взлом 65. Овердрайв. О, арсенал, механический шасси, взлом. Это Кенг. Говорят, незаменимых не бывает. Это наш модератор. Однако исчезновение верного стража ГГНК не прошло незамеченным. Спустя годы он был найден поисковым отрядом, но уже заточенным в стальном саркофаге. Ныне Кенг продолжает нести свою вахту в качестве бессмертного хранителя. Так, Кенг. Способности. Первого уровня она. Так, овердрайв. Три действия в начале хода, ни одно из которых не завершает его. Последовательные стандартные выстрелы с небольшим штрафом отдачи. Тяжелое вооружение может использовать. Неуязвим для огня и яда. И может с гремлином работать. Что по оснащению? Осколочная пушка. 4,9. Здоровье, базовая броня, искры. Тяжелая автопушка, тяжелый пулемет. Идентичным. Пробитие брони бит. Ну, это типа этого, гремлина родного. Выстрел из осколочной пушки конусной зоны. Да. Осколочная у нее хороша. Улучшения тоже ставятся разные самые. Так, ну что, будем проверять тогда ее. Но здесь уничтожит передатчик 96, так что мы успеваем. Уже минималка, погнали. О, сейчас реально можем начать освобождение региона еще. Прежде всего гражданские связи, ценные награды. Еще можно баксов попробовать гражданских про это самое. Хорошие миссии, хорошие, только сплавов нет.
что-то мы можем купить на черном рынке, потому что у меня один регион денежный работает очень хорошо. Это другой передатчик. Ребята, очень опасная миссия. С нами Искра. Впервые. Кенг. Выстрел из осколочной пушки. Вот это имба, та еще. 4-9 урон, смотрите, какой рейндж. Просто. 4 хода, к сожалению. 4 хода, нам нужно бежать очень активно и разворачивать... Да, это крайне опасное место. Ага. Обнаружен! А это посложнее. Сразу две пачки. Этот простой, это посложнее значительно. Так, пытаемся... Блин... Ну здесь-то понятно, пытаемся наблюдателя убить. У нас бронебойный есть. Минус дрон. Я не докину до дальних. Я должен подставлять, видимо, искру. Чтоб меня не убили. Не вижу я врагов отсюда никак. Искра и... Она вообще быстро получается из этого, из зоны испытания. Вообще надо в первую очередь. Вот это опасный самый момент. Ой, повезло. Защита срабатывает. А этот не видит, да? Видит только специалиста. Есть. Повезло. Все, активненько. Скорее всего, даже замораживаем. Подходим так. Ладно, давай широкое подавление. Да... Искра только сейчас приходит в себя. Промах 29. Подавление работает. Крит 4%. Этот выходит из подавления. Я мажу 70. Блин, сейчас может убить. Нет. Уже ранение, друзья. Уже ранение. Еще дрон, окей. Может даже попробуем его сломать, если увидим. Так, здесь ножик. 2-4 удар ножом, что же еще? Мастер ножа. Понятненько. 2-4 у нас выпадает. Что? Правильно, 2. Мне кажется, надо морозить дальнего. Убивать ближних. Ну, если мы не хотим этим просто отступать. Заодно проверим, уйдет ли эффект. Не ушел эффект. Здесь 70. Нифига себе точность, какая у искры. Погнали. А, там, видимо, знаете что? Там у нас просто, когда замораживаешь, видимо, кавер уже не срабатывает. Ну, первый пак убили, но у нас уже ранение, друзья. Здесь убиваем, выигрываем еще один ход. Дальше берем и перезаряжаемся. И кажется, наверху я видел еще одного мирного. Круг здесь появлялся, нет? Пошел ивак. Искра еще умеет ивак кидать. У нее такие статы, представляете, я ей ничего не брал. У нее базово есть армор. Короче, ее нужно брать в литейном, в зоне испытаний. Первое, что нужно делать, не морозку, а искру. Потому что, ну, это халява какая-то. Это просто халява. А вот и они. 3 человека. 2 гранатометчика и стрелок. Надо будет сейчас попробовать искрой вжухнуть по этим двоим. Или даже через турбо. О, это опасный момент. Блин. Зачем я вылез, има? Ранение. И овер. Так, я вам смогу пробить? Вон, пожалуйста. Что творит, а? Погнали. Как это работает? Смотрим. Какая боль. Так, подходим к мирному. Еще 6 баксов.
Оп. Ну, это обычная пушка. Я попал 5, нифига себе. 60%. Овер. Этот кидает дезориентацию, скорее всего. А может, у него уже есть гранатки. Серьезнее. Кажется, дезориентация все-таки повыше. Да, две дезориентации. Дальше верный выстрел по любому второму, 98. На-на. Это рейнджеры, ребят. Это рейнджеры. Уважение проявляем. И это третий. И был еще четвертый выстрел на 100%. Так. Давай-ка искра пойдет собирать у нас. Подкрепа, да? Подкрепом. Ну вот то, что я забыл... Забыл ивак вовремя кинуть, это проблема. Щитовик и черный. Белый и черный, как они... Опа! В тылу бронированный. Минус один. Хорошее начало. Этот что? Все, лег сразу. Ну его сейчас добивают просто. Нормальная подкрепа. Все, закладываем X4. Это ветка освобождения региона? Нет, не ветка. Следующая миссия будет. Отсюда мы должны пустить людей на освобождение региона. Надо, видимо, возвращать ученого опять на... Пехотинцы, ну, рейнджеры во второй части, эти, в инфантрия в первом лонгворе, они очень похожи. Но здесь некоторые аффикс, некоторые абилки, способности, они даже лучше, чем в первой части. Та же самая пристрелка в первой дает 10-10. Тут 20-20. Так, дебют у них одинаковые. Варианты прокачки в агрессии тоже одинаковые. Вон, искра идет. 16 дней. Тратят ли разведданные? Они предпоследние. 10-12. Эвакуация, контактная миссия. Да, давай, скорее проникновением. Ну так я сэкономлю где-то 120 баксов. Мне этот ученый нужен. Делаем обзор. У нас вахтер хороший, с дополнительными уже обилками. То есть он там дополнительно двигается. Плюс урон уже, да? Тут командная работа. И есть протокол сканирования у специалиста, который кроме ниндзи может еще... Он вообще далеко, кажется. А, он вокруг делает. Я думаю, что это кидать надо. Здесь халявный выброс гранаты. Две дезориентирующие, две обычные. Еще один. И ниндзя на разведку, да? С топорами причем. Я буду идти, пожалуй, на эту крышу все-таки. Для начала. Так, ну, я вижу с места Мэка. И как бы сразу ему передаем привет. Потому что у нас есть бронебойные пушки. Бах! Получил и плюс единичка урона. А? А? Погоди, не стреляй. Не стреляй, воробьев. Не стреляй, голубей. Чё-то XCOM идет слишком хорошо. Это не к бобру. Давай-ка подсветим, можем ли мы подходить. Следующий пак я не вижу. Топор могу кинуть на халявку. Но это вы видит меня из сумрака, да? Почему на левых сразу? Ну, потому что лут хочется. Правильно, ты стервятника прокачал. Сейчас добивать гранатами в два раза менее... в два раза жальче. Жальчее. Есть же такое слово, жальчее. Можно прогуглить. Так, добиваем метким выстрелом вахтера. Первый пошел. Неуязвимость у него пошла. Я вообще могу кинуть крюк и флангануть следующего. Или вообще подойти вот так, наверное. И спулил кого-то. Черт. Все-таки спулил, да? Две змеи. Две змеи, блин. Это вам не хухры-мухры. Ладно, добивай Мэка, раз ты ничего не можешь. Надо сверху будет еще сейчас закидывать. Это бы... С этим я не знаю, что делать. Ладно, пробуем. Хорош. Так, у нас заступник в полукавере. Его только видят змеи. Так, здесь пробуем... Два раза по 83. Раз. Если убьет, будет неуязвим. Я
Если не убьет, значит не убил. Но если ты его убьешь... Ладно, убивай. 80. То там может уйти просто. По крайней мере, может не дойти до тебя. Ниндзя идет вперед. Спулил. Кто? Сколько? Где? Как? Фланг, фланг, адвент. Ага. Щит, дрон и продвинутые змея. Этот сразу наверх, там вниз, этот туда, этот сюда. Что же делать? Гренка сюда, минус броня, чтобы этот упал. О, дрон, смотрите, какой же. Три армора у него. И у нас функционал челленджа реализован. То есть, как бы, никто тебе не запрещает предложить челлендж. Ух ты, а дрон там плотный. А врывашки куда? Врывашки только в двоих, да? Ах. Мало того, что у него брони много, так еще и... Здоровья стало больше. У меня два рейнджера этого дрона убивали. Это вообще нерационально. Надо было его отключать все-таки. Надо было отключать. Учитывая, что у нас там... А, у него уклонение может быть. Да. Могу его не убить. Если не будет крита и будет минимальный урон. Все, понял. Капец, он жесткий. Просто. Вы видите, что он творит? О, тут хорошо можно ворваться. Я бы тоже мечи пошел. Но... Так, змея остается одна, да? Вот, у нас два. Модифицированный лазерный, модифицированный грушитель. В два раза больше лута. В два раза. Так, вот. Двух людей полутали, как будто четырех. Ранений нет, возвращаемся. Теперь у нас трое ученых. Ну, вообще четверо, учитывая, что основу исследований мы сделали минимум раз. Кажется, там второй еще. Так, основу исследований. О-о-о-о. У нас шпион. Не шпион. О-о-о-о! Карательная акция. Ой, девочки, мальчики, готовьтесь. Ой, готовьтесь. С боссом сейчас совсем фарш. Я начинаю волноваться. Но каждый раз такая миссия, это просто как боевик слэш-триллер. Там всегда... Ну, там босс, там народу много, там еще три подкрепления прилетит. Это жесть. Это жесть. Как она есть. Короче, ребят, здесь будет босс, здесь будет полтора-два десятка врагов. И вполне возможно, враги жесткие, поэтому, ну, в смысле, мутоны, милишные, вот эта вот вся лабуда. Так что сейчас будем пытаться будем. Узнаю этот домик, мы там разок оборонялись. В похожем месте. Может, и не он. Похож. Сейчас такое начнется. Тишина, понимаете, пока никуда не ушел, все нормально. Но на следующий ход появляется босс. Через там 4 хода идет первая подкрепа. При этом на карте сейчас уже есть 10-12 человек. Я не знаю, где они, а мне нужно бежать спасать товарищей. Поэтому первое, что я делаю, это... Бегом. А вот и герой. Та еще тварь. Ох, уже хорошие обилки у него. Так, широкая цель, более легкая мишень с высокой позиции. И заступники бьют хорошо. Заступник, у нас как раз заступник есть. А, значит, плохо по нему взрывчаткам. Овервотч не работают. Хищник, дистанционные атаки получают плюс к меткости, критическому плюсу зафлангованных врагов. Абсолютно спокойствие. Он на овере не будет лом... Ладно, окей. Две брони, огромное количество хп. А, все-таки мастер ближнего у него есть. Ну, класс. У него, видимо, это на респе такая хрень. А, кружок это мастер ближнего, я так разок... Уже не первый раз так теряю. Побежал вперед, искрой. Надо было сначала полходика сделать. Давай сразу и вак.
Что мне с ним делать? Я двинуться здесь не могу. Ну, во-первых, уходить. Откидываться гренками. Потому что гренки, они... Нужно в него кидать, чтобы броню просто скинуть. Да ладно, ты и так реагируешь. 34% убил. Да вы издеваетесь. Да, вот так даже. Да. Минус вся броня у него. Он еще столько массовых тем может сделать здесь. А, овер не работает. Что он делает? Чемпион, чародей. Капец, уже вызывает сразу. Нет, так или бафает человека, который... Да, он бафает уже... Там пак. И призывает. Нет. Так, дрон. Ай, жесткие дроны. Надо ломать. Желательно двоих. Попробуем сейчас синий экран на дронов. И дронов сломать. Они нам могут очень сильно помочь. Телепортация союзника. Дрон здесь, хорошо. Огонь. Хорошо, загорелся. Тихо, сиди. Пачка идет. Крисолиды. Змеи, крисолиды. Нет, блин. Миша, соберись, не реви. Два пака здесь. Один слева, другой справа. И справа. Не спулили. А спулили сзади. Охренеть. Ладно, один обычный, другой... Ой, твою же шметь. Ой, сейчас могут еще сзади пострелять в него во фланг. Нет. Защита, не стреляйте, не стреляй. Так, собрался. У тебя есть время. Ты можешь... Ракетчик, вот эти вот опасные очень. Мне кажется, надо сдвигаться назад. От этого пака. Так, я не могу отступить, потому что меня этот мастер ближнего боя сразу шатает. Блин. О, оглушить можно, 86. Серьезно? А ну-ка, давай. Серьезно? Понятно. Две змеи плюс крыса. Собаки, сколько всего тут, а? Здесь надо взрывать. И выделять просто одного этого. Так, специалист может ему помочь. Этого забиваем, видим. А нет, он уйдет. Давай, короче, быстро разверт его не раз. Дальше. Ты танковать не можешь, да? Вставлять фланг не хочу. Короче, вот так вот выходим. Раз. Дальше кидаем святошум на этого. Раз. Ну, чтобы не было стасиса, потому что это сразу минус юнит на ход. И чтобы не было контроля. Он и так битый, по дезориентации будет ему плохо. А гренку закидываем сюда. Надеюсь, что ракетчик умрет, а этого мы покоцаем. И как бы это минус первый пак, между прочим. Ракетчик минус уже хорошо. То есть не надо нам беспокоиться, что пролетит взад. Самая большая проблема сейчас это не спулить правых. То есть сейчас бы я что? Ну, рейнджеры ориентировочно пытаются убивать дронов. Как бы тут кроме них никто ничего сделать не сможет с ними. Поэтому... Раз. И два. Без кавера. Так. Есть, минус два дрона. Так. Ты у нас, друг, 61-52. Что у нас в результате? Активно 6. Это раз, два, три... А, это что такое? Знайка еще есть здесь. 4, 5. А где 6? А, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Да, на, я не заметил. Что делаем? Дезориентация на змею и на этого напрашивается. Лучше на крысу, чем на змею, кстати. Жалко, ближе подойти не могу. Из-за мастера ближнего боя. Ну, тогда нужно, видимо, действительно дезориентировать крысу защитником. Проверить сейчас, снесем ли мы кавер. Для начала здесь. У змейки у этой. Защитником, заступником прыгаем наверх.
Змейку под люку пытаемся убить. Кайрос нет, хорошо. Змейка 100 раз. И 102. Плюс неуязвимость, а он может быть хорошей целью, потому что под полуукрытием стоит. Дезориентацию на крысу, чтобы не подошла. 5 убили, хорошо. А давай еще. Страшно? Полноценно действует босс, змея и змея. Еще ориентировочно подходит пак сейчас. Ой, жесть какая, а. Или уйти заступником за полукавер. Да ему наоборот нужно подходить. С богом. Он горит, это хорошо. Это снижает не только... Ну, это и урон. Сжигание разума. Это он зажигать сейчас будет. Всех трех. Крыса бежит. Крысу коцаем, но она до леммингов добегает, скорее всего. Их будет бить. Хотя по дезориентации, может, не достанет. Я не знаю. Достает. Мимо. Мимо 65. Из-за дезориентации. Так, это у нас змея. Я. Как же им там хреново, ё-моё. И пулится следующий пак. А, огнеметчик, милишник. Обычный. Ой, там гранатку. Стреляет по передатчику. Я говорил, будет ад. Ты что, стреляешь? Стасис все-таки на искру. Ай, ты тварь. Искру выключает. Ну, искра здесь от ракетчика избавилась, его покоцало. В общем, искра, держись. Стасис, не знаю, как снимать. Протокол восстановления не работает на нее. Давай метким, пожалуйста, выстрелом Кроталуса, чтобы не терять, если что. Ой, с одного выстрела просто убивает. Неуязвимость уже, левел ап. Безжалостность даже может фланганутьдалековато. Далековато. Может заморозить, он может подойти троих просто заморозить. Давайте, в кого лучше кинуть заморозку, исходя из того, что потом залетит сюда... Залетит сюда граната. Милишный ворвется, но он ворвется, скорее всего, либо в тебя, либо... Огнеметчик со щитами. Наверное, лучше этого заступника убить. Ну, вот этого вот бафнутого. Тогда у нас появится возможность босса убивать. Погнали. Замораживаем. Так, будем ли мы здесь гранатой добивать... А что по дополнительному ходу? А, специалист. Мы можем в целом до искры ворваться сюда, но... Искру оставили. Гранатометчика увели с поля зрения с фланга. Здесь приказ пока непонятно какой. Лечить леммингов я не хочу. Можно пострелять по крысе 4-7, но у него 6, и это фигня. Лучше пострелять вторым... А ты не можешь, да? Ты можешь подойти, и это неплохая идея, учитывая то, что там Найк сверху. А ты Наю увидишь, интересно, или как? Мы можем Наю светошумом, получается, да? Ну, Наю светошумом, верным покоцаем, получается. Плюс еще фланг на милишника, такой провокационный. Светошум. То есть следующий ход, вот этот товарищ взрывает. Мы пытаемся с заступником убить с фланга огнеметчика. И, соответственно, уже начать работать против. Здесь с места добиваем крысу. Да, с места крысу. Дым пока работает, я стою, не добил. Царапина. Здесь, соответственно, верным виверным мы эту Найку, снайпера, гасим. Дезориентация плюс ранение должно сказаться на ее боеспособности. В результате 7 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Никого не забыли, вроде бы. Будем ли мы псионика сейчас продолжать гасить или подключаться уже на будущее к убийству босса? Скорее всего, к убийству босса надо. Погнали сюда. Ну и плюс, возможно, граната понадобится на дальних. Вот это хороший подвод гранатометчика. Что мы будем делать специалистам? Есть приказ, но гранатометчик все равно сделать ничего. Можем подлечить еще одного лемминга. Подкрепление, конечно. 50%. Ну давай, чё. Ай, молодец.
Так, всех самонов убили, он горит. Вроде еще горит по анимации. Не, уже не горит. Слева мэг. Это искру освободил, это, эти замерзшие. Этот стреляет. Крит, 15% ранения у рейнджера. Бежит в мили. Огонь, отлично! Как прибежал, хорошо. Ничего не смог сделать. Yes! Забег неплохой. Так, этого мы фланганем. Спокойно, спокойно, спокойно. И вот этот вот действует, да, по искре. Ну, хрен ты с ней что сделаешь, тварь. Но ранение у нас у рейнджера. Низковероятный крит сработал у врага. Снимаем, соответственно, броню. Снимаем. Стараемся снять каверы, стараемся снять хп. Этот товарищ, кстати, очень сейчас жалеет, что пробежал, потому что он горит, и он может только стрелять. Это не самая его сильная сторона. Надо сейчас этого убивать. Этот горит. Меня сейчас Чозен беспокоит. Что он делает? Снова баф. Хорошо. Хорошо, что баф. Там есть кому разбираться. Он побежал, мы немножко постреляем. Но это маловероятно. Промах, промах у него молниеносный. Немножко маловероятно. И он забирается, флангует мне тут. Ой, на крыше уже. Ах, успевает выстрелить? Успевает выстрелить. Охренеть. И похищение будет. Офигеть, зажигает. Какой же он жесткий, а? Ну, лучше бы он сейчас по это самое. Лучше, чтобы он меня похитил. Иначе я умираю. Так, еще одно кровотечение. Что делать? Давай, искра. Подкрепа уже идет. Урон 1-2, блин. Я не убиваю числичка. 35. Капец, там еще дым. 65. Давай. Надо попадать. Надо. Есть. Попали. Но этого недостаточно. Так, сейчас должен забрать. Должен забрать. Хотя нет, не факт. Там еще может быть, может быть, может быть, нет. Есть. Так, нашего не покосили, безжалостность. Теперь искра. 7-11 уже. Давай! Давай! Крит! 10, не крит. Мало отняли. 10 хитов. Он бежит. Спрыгивает. Давай, забирай его. Не факт. Ой, крит, молодец! И лутецкий сразу, красава. Еще ж действие сейчас будет, да? Расширенный лазерный. Нет, действия нет. 6 человек активно. А, это подкрепа прилетела. О-о-о-о, 4 человека. Черный-черный, ракетчик синенький. Пока нормально. Кажется, это единственная подкрепа. Ой, там два вообще плохенькие. Хорошо, здесь дезориентация. Справа убиваем. Главное, что похищение. Да, лучше. Спасай его лучше. Гранатометчик у меня похищает. Оп. Здрасте. Ноль крит, правда. Ладно, давай еще разок. Бах. Он запрыгивает наверх, гад. Но мы сюда можем заступником зайти. Фланг вижу. Бонусный урон по нему. 3-7. Какой-то вообще не бонусный. Давай меткий. 4-10. Давай, родной. Раз. Половина хп минус. Ну, от меня еще долго может бегать. Прыгает. О-о-о! Как насчет рейнджеров с дуплетом? Нет, фигня какая-то выходит. Что здесь? Что здесь? Вот рейнджеры с дуплетом будут здесь убивать обычных. Перезарядка. Раз. Ракетчик не взрывается. Я его лучше дебютом. Раз. Ай, молодец. Оп. Гоняемся, гоняемся, гоняемся за тварью. Еще. Здесь можно было пострелять специалистом.
Ну, это последний. Ну, 18 человек, как бы. Есть. О, там Лутецкий. Я побежал за лутом, ничего не знаю. Давайте готовимся его ловить. Смотрим, что он будет делать. Бежит. В спину леммингу стреляет или что? Порезав последователей. О, нет. Сектоид милишный. Ладно, не такая плохая тема. Мог быть милишный мутон. Так, хорошо, здесь справляемся с одним. А, трое их. И чемпион-чародея. А это хуже. И при этом еще сжигание разума. Капец. Странно, что не загорелся, чувак. Я боялся мастера ближнего. Еще выстрел. 3-7. Надо было метки делать. Ай. У него совсем мало хп осталось. Куда побежит? Куда ты побежишь? Аккуратненько, аккуратненько. Аккуратненько. Ребята, кажется, убили. Да. Да. Ладно, у нас лемминги погибли и один гранатометчик. Но в целом... В целом, хорошо. В целом, хорошо. Непонятно, что делать с регионом. Там никого нет. Плюс был баг. Два человека у меня не это самое. Очки способности дают. Опыта дадут. Черешенко. Фух, справились. Защитили наш пятый регион. Четвертый. Или пятый. Четвертый. Плюс 5 очков способности всем. Три потеряно. 5 ранено. Надо смотреть за госпиталем сейчас. В этом регионе у нас другой. Ладно, кто? Ну, второй террор, друзья. От прошлого еще не оправился. От прошлого я не... Переброс войск нет, это атака на мою базу. Может даже вытаскивать из фатига. А сколько будет ранений, если я фатижных возьму? Как всегда, воскресная служба с Майкером. Время молиться. Время молиться. Да, это оно. Ой, сидит искра, не помещается. Ой. Ладно. Хороший был трай. Ну что, первое, что делаем, это приказ. Тут же. Бегом. Блин, у меня дежавю. Мне так стрёмно просто. Искра первая побежала. Может, на овердрайве даже, а? Давай на овере. Так, у нас во фланге под крепом. Может быть, это и хорошо, что мы сможем убить. Щитовик, пулеметчик. Прям хорошо, 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 хорошо. Есть возможность быстро их убить, потому что они не будут сейчас ничего действовать. Никак действовать. Искра еще постреляет. Только думай над ходами. И второе под крепа. Такого не было. 8 человек. That's the Elder's Hunter. From what we've heard, he's a relentless tracker with an unnatural ability to call his shots. Хорош. Охренеть. Ладно, 3 человека. Считай их, запоминай, кто где. Так, мэк, фланг, пулеметчик. И босс. Снайпер. Хорошо, не ниндзя. Наслаждайтесь моментом. Так, что он умеет? Ваши дистанционные атаки получают плюс к меткости критическим против зафлангованных. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мгновенная реакция дает уклонение от каждой атаки за клетку от атакующего. Ну, понятно. Короче, надо его ловить. Жнецы его убивают. У меня нет. Контузия от взрывов получает больше урон. Овервотч не работает, дистанционные атаки... О, раненых будет просто шотать. На моем иваке стоит. Ну туда лемминги сейчас побегут. Так, ребят, собрались. Только не торопись, Миша. Давай. Раз.
Хорош. Так, машина может взорваться. Стопэм. Не факт, что она взорвется, правильно? Раньше не взрывались укрытия. Машина начинает гореть, подозрительно. Он что, убил двоих? Он убил ракетчика? Хорошо. Соответственно, ты раз. Тяжелый стрелок. Пробую этого два. Не факт. Погоди. С адвента, блин. Так я могу полхода сделать. Нет. Могу и полхода, и верным. Давай, гнев, погнали. Ну, у него нет особо других ходов. Раз. Мне должны сейчас ход вернуть еще. Ну, в смысле, дать половинку, да. Но на перемещение, к сожалению, только. Но на перемещение побежал. Так, погоди, еще же искра есть. Ну, искра не флангует. Ну, искра потанкует. Ладно, давай так. Искру назад. Соответственно, здесь добиваем искрой этого мэка. Так, 5 человек активно, да? Есть фланг, но я подставляюсь. Ну, тут оставляю, убиваю мэка. Взрыв впитываем. Давай, 77, надежда. Ай, хорошо. Так, остался один. Два, точнее. Он никого не видит, подходит раз. Выстрел из охотничьего, я фулл кавер, алло. Сидит он, но. Так, хорошо. Так, он на овере. Взрыв другой, но там все ок. Не, нормально, это даже не ранение. Мы разобрались с 8 людьми за ход. С восьмью. Ну, я думаю, надо все-таки кидать гренку. Погнали, раз. Стасис же или в нем не дает вижен. Что? Какой Стасис? Какой Стасис? Ой-ой-ой, что-то они сзади как-то... Кто там? Ракетчик. 4 человека минимум. Ракетчик, стрелок, 2 черных. Очень-очень нормальный такой убивабельный пак. Главное, чтобы сейчас второй не прилетел так же. Ой, там два вообще нубаса таких черненьких с 4 хитами. Так. Действует. Снайп же его... Как? Повезло, что снайпа не отстрелили. Овер не забудь, овер. Так, здесь внимательно. У тебя, во-первых, овервотч. Там фланги есть. С этими 4 ты разберешься вообще без проблем. Главное сейчас все четенько сделать, чтобы он вот... Вот сейчас повезло, что не это самое. Потому что меня кормят очень, очень хорошими подкреплениями. Очень хорошими подкреплениями. Раз, два, гренка. Дуплет. Тут еще искра идет. Этого сразу так убираем. Ракетчик Адвента, бах. Какие же искры топовые. Я третью буду заказывать. Можно обилкой штурмануть. Вжук сразу двоих. Это два. Быстрее убьем, быстрее пройдем дальше. Босс. Минус. Хочу еще одну искру. Две закажу в следующий раз. Хороший урон. Пятерки. Лемминги по пятерке наносят. Вспомните, как мы по 5, по 7 искрой убивали там. Прошлого босса. А что не факт? Кидай пока можешь. Погнали. 4 урона, минус кавер. А, нет, не минус кавер. Вот это плохо. Куда-то еще, не знаю куда. Ой, слабенько царапином. Убить одним выстрелом он вряд ли сможет. Ну, посмотрим, что сможет. Заступника. Снял защиту. Оружие выведено из строя. И выстрел из охотничьего. Опасно. Попал. Ранение у заступника. А, мы как раз его снимаем. У нас же ядро. Элерия. Алло. Ай, держись. Молодец. Повезло. Все. Так, еще будет одна подкрепа, но мы попробуем сейчас. Да, подкрепа следующий ход. Погнали. Снимаем овер. Сейчас будем
того товарища убивать пытаться. Овер на овер. Ну а что делать? Кто-то должен. Ай, молодец. Да, заступник, ранение заступника мы все равно как бы планировали гасить. Так, здесь флангуем раз. Из этого угла его вытаскиваем. Я не знаю, куда он побежит. Но мы тут вообще повсюду. Ах ты пес. Надо в обратную сторону его гнать. Можно было гренка попробовать. Ой, ну что такое? Убегай отсюда на нашу основную группу. Ну, есть. Есть, 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 есть. Тут уже рейнджер тебя ждет с дуплетом. Скотина ты, скотина. О-о-о-о. Петр. Давай, 9-17. Бах, 16! О-о-о! Какая боль! Он пытается уйти, а там новые, там искра, там все. О-о-о! Гони ее, ломай ее полностью. Критуй давай, 40. Семерку по коленке. Чуть-чуть осталось. Назад убегай. Нет, не убегает. Здесь. Блин! Не случилось повторение, ребята, мы, кажется, эту миссию. Сейчас ее убиваем, и подкрепу последнюю должны принимать. Минус босс. И никого не потеряли. У нас только одно ранение у... Ну, мопса, понятно, мы его уберем. И одно ранение у снайпа. А вот это уже кто-то особый, раз телепортируется. Последняя подкрепа. Но в тот раз я на ней сдох. 4 человека, огнеметчик, милишник, мэг. О-о-о. Представляете, у меня на тот момент не был убит босс, еще не были убиты люди. Сейчас посмотрим, что с... Здесь 5. И там 5. Ладно, здесь... Здесь довольно слабенькие по хп. Может, форсаж еще есть. Этот на овер стал. Здесь лемминги есть. Как они разбежались хорошо. Ладно, давай. Щитонос попробуем. Ну, у него хоть две брони. О, какой крит там! О, вот это снайп в хорошей позиции. Здесь ориентировочно мы должны убирать вот этого ближнего, потому что он меня взорвать может просто. О, царапинка. Пытаемся убивать этого все-таки Майка-лучника. Хорошо. Три фланга, уже полдействия минус. Плюс дезориентацию закинем. Но возникает вопрос, как мне их ловить? Первый вариант на оверах. Это не только убийство одного, но и плюс один ход. То есть мы, скорее всего, его здесь сейчас убиваем. Еще даже стрельнуть сможем и переместиться. И второго можем убить. Вопрос только кого? Или Найку попробовать жахнуть? Точным выстрелом. А, давай. У нас есть точный. Мы даже ее убить можем сразу. Ну, если крит будет. 4-9. Ну, либо хороший урон. Блин, вообще молодцы. Два еле живых, дезориентированных здесь. Все, с этой частью подкрепы разобрались. Надо смотреть, что... Ну, здесь Мэка надо убивать. Раз. Халявная перезарядка. Скорее всего, даже выстрел. И мы стоим на месте, скорее всего. Фланг, держись. Мимо 57. Ой, хорошо. Здесь разматываем. А, не понял. 8%. А как он его видит? Full cover. Флангует, убивает. Блин, какая миссия. Жесть. Спасли такой жирный регион. Последний? Последний. Кавир был неправ. И из-за подсказки из-за Нубаска его надо забанить. Убили боссом. Получили 2 ранения всего лишь. Никого не убили у нас. Ну, 3 ранения, это лемминг, скорее всего. В общем, спасибо вам за все. Увидимся с вами, скорее всего, завтра. Пока.